Меня всегда поражали размеры стекла вот в этой вот самой линзе, на которой я обычно снимаю видосы, когда вы меня смотрите вот сбоку от стола. Но сегодня мы с вами будем ковыряться с пианино, поэтому вот я снимаю вот на этот вот самый ширик, чтобы, ну, просто кадр был поудобнее. Мне Саня постоянно присылает комментарии, которые вы оставляете под видосами на канале Hellscream Academy, которые касаются непосредственно того, что типа «Вау, там супер картинка, на что ты снимаешь?». На самом деле я на этот вопрос уже отвечал просто миллионы раз на своем влоговом канале, поэтому обязательно на него подписывайтесь, я хочу набрать там 100 тысяч подписчиков, поэтому переходите по ссылочке в описании и обязательно подписывайтесь. Ну и если вам интересно, чтобы я снял видео для вот этого основного канала Hellscream Academy, типа на что я снимаю, давайте соберем под этим видосом хотя бы 10 тысяч лайков, и тогда такой видос будет иметь место быть на этом канале. Всем привет, с вами Лео, и вы на канале Hellscream Academy, а сегодня мы с вами будем учиться подбирать вокальную партию с нуля. И да, это касается именно подбора чужих партий или разбора своих собственных, да в принципе это, ну, для любого человека, который этим никогда не занимался и никогда на эту тему не заморачивался, будет полезно, потому что это вот именно прям вот из разряда, знаете, вот прям капитан очевидность, но при этом максимально просто и максимально понятно обычным человеческим языком, без всяких сложных гармоний. Все это давайте оставим Саше Зелкову, он это очень круто делает и очень круто объясняет, поэтому если вы не знакомы с нескучным саундом, обязательно загуглите это в Ютубе, по-любому найдете его канал, он рассказывает все эти сложные вот эти приколы с гармониями, музыкальные теории и прочее, прочее, прочее. Сегодня мы с вами будем просто тупо, понятно жать на клавиши, чтобы разобраться вообще в том, как это происходит. А еще я запалил один очень такой, знаете, маленький-маленький косяк, который вы, может быть, даже и не заметите, но все-таки его надо исправить. Вот, забыл вот этот вот свет включить. Сейчас, собственно, запрыгнем в компьютер. Я открою в проекте, покажу вам песню. Мы будем с вами сегодня пробовать подбирать вокальную партию из песни группы Linkin Park, которая называется Numb. Ну и постараемся максимально просто и максимально быстро в этом разобраться. Ну и, естественно, для того, чтобы все это слушать, мне понадобятся наушники, чтобы вам в микрофон все это с мониторов не орало. Понятное дело, что в большинстве случаев люди обычно подбирают песню каким образом? Они ее просто поют с оригинальным вокалистом, просто пропевают и вроде нормально. Но, грубо говоря, если это дело все начать записывать, вы можете столкнуться с тем, что где-то не точно как-то спето, где-то куда-то что-то плывет, где-то вам кажется, что что-то не так. И обычно это как раз происходит из-за того, что вы просто не знаете вокальную партию, то есть вы ее даже визуально не можете себе представить. И, естественно, первое, что здесь нужно научиться делать, это слышать, выше идет движение или ниже, то есть какая нота идет после той, что вы только что спели. То есть вот вы слышите песню, да, и вам надо представить себе, куда вокалист поет, выше или ниже. Но как это делать, мы сейчас с вами будем как раз разбираться, поэтому прыгаем в проект и видим здесь две композиции. Это, собственно, инструментальная версия и версия с вокалом. Немножко сейчас здесь это дело увеличим. Вот сама песня. Да, то есть я думаю, вы все прекрасно знаете нам, Linkin Park-овский, поэтому рассказывать про него в очередной раз смысла не вижу. В чем заключается здесь самая основная фишка? Нам нужно найти холодные клавиши и горячие клавиши. Грубо говоря, горячие вас будут обжигать, а холодные будут, ну вот как комнатные температуры. То есть те, на которые вы можете нажимать. И, соответственно, это будут что? Те самые клавиши, которые можно использовать в этой композиции. Ну, то есть они подходят, то есть они нормально звучат с музыкой. Понятное дело, что при смене тональности, там какой-нибудь лютый джаз или прогрессив, где там куча смен тональности, все это будет меняться. Но мы с вами говорим о простейшем подборе, простейшей песни, чтобы просто в этом деле немного разобраться и понять вообще, каким образом формировать себе вокальную партию. Ну и еще я бы вам посоветовал взять листочек бумаги и сверху выписать ноты на пианино, которые вы нажимаете, которые типа холодные, которые можно нажимать в данной композиции. Еще стоит распечатать текст этой песни через строчку, чтобы мы потом смогли с вами записать каждый слог и ноту, в которую нужно спеть этот самый слог. Погнали, слушаем. Значит, вот у меня пианино. Да, там. Любые ноты вообще. Все это есть. Значит, что у нас получается? Сейчас я еще открою пианино, чтобы вы его могли видеть параллельно с песней. Вот его здесь видно сбоку, я думаю. Соответственно, врубаем песню и начинаем просто рандомно тыкать клавиши, которые вот просто в голову придет. Но желательно, естественно, это делать последовательно и останавливаться каждый раз, когда мы слышим, что попали. Поехали. Значит, начнем, наверное, давайте где-нибудь вот с до первой октавы. Вот она. Клавиша подходит, записываем ее. C,
диез, да, то есть C-sharp. Ну, в английском языке просто название короче, чем писать до, да, там, бемоль, вот эти все, вот эти длинные названия. Просто C, решетка, записали. Дальше едем, слушаем. Просто с этого же кусочка слушаем. Подходит, неплохо. Ми записали, Е наверху листочка. Дальше слушаем. Пишем F, вот это вот, решетка, фа диез. Дальше поехали. Записываем следующую клавишу. Еще одну записываем. Еще одну записываем. А это уже не подходит. Вот она у нас, октава. И вот, собственно, те клавиши, которые мы можем использовать в каждой октаве в этой композиции. Понятное дело, что могут быть какие-то изменения, но в данном случае это вам сразу же упростит выбор нот для подбора вокальной партии, которую вы слышите в песне. Ну, понятное дело, что под разные куски песни будут подходить разные ноты, и какие-то могут не подойти даже из этого списка. Но это самая основа. Значит, смотрим. Вот и у нас есть конструкции, которые мы можем использовать. Давайте перемотаем к вокалу и попробуем послушать первую нотку. Здесь что очень важно сделать? Мы берем и в голове замедляем вокальную партию, потому что, ну, замедлять ее в музыке, это будет просто... Даже если тон будет такой же, вы просто воспринимаете, типа, по-другому. Мы берем, слушаем первый слог и замедляем его в голове, такие. И пошли подбирать. Вот она, я, первая нота, которая просто вот я ткнул, которая у нас есть в этом списке. Вот она. Да, она подходит. Это C, решеточка. Да. Дальше у нас идет. Три ноты одинаковых. Мы над каждым слогом записываем C, решетка, C, решетка, C, решетка. Дальше слушаем фразу. Ага, поехали. Ноту вспоминаем, думаем, куда она идет, вверх или вниз. Напишите, куда она идет, вверх или вниз, в комментариях. Она идет вверх, то есть мы получаем. А потом куда? Вниз, опять. Играем. Опять та же самая нота. Смотрим на список нот, которые мы можем нажать, и сравним их с тем, что видим на пианино. Изи! Таким образом мы можем подобрать партию и в свою песню, то есть нашли ноты, которые подходят, выписали их, да, и не нажимаем на те, которые не подходят. Только в экстремальных случаях, когда вы там какой-нибудь египетское вот это вот дичь играете, там иногда подходят ноты, которые не должны подходить, грубо говоря. Я имею в виду именно по звучанию. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите в комментариях ваши вопросы на эту тему. Возможно, найдутся еще какие-то более такие капитана очевидные вещи, которые можно будет объяснить. Но эта штука, вот именно такое восприятие музыки, мне очень быстро помогло научиться подбирать различные партии и просто очень быстро разбираться в том, что я слышу. Именно с точки зрения мелодии, как они сыграны, что куда двигается, как вы ниже, какие интервалы и прочее, прочее, прочее. Поэтому не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, там все дела, ло-ло-ло, пыщ-пыщ, там, короче, на влоговый канал мой, подпишитесь на канал моей группы Финт, и увидимся в пятницу. Покедова!